чувствую, надвигается шторм на Иркутск, с Ангарска идет. Просто небо черное-черное. Хотел лужу объехать и застрял в текстурах, короче, прикинь. Ну вообще сила, мощь. Молодцы мужики вообще. Просто мимо проезжающие, все соседи вышли и убирают тополь. Молодцы! Крыша горит. Мы не работаем! Не работаем, заправка горит, заправлять не будем. Нет, мы не будем заправлять. Вдруг взорвется, и это взорвется. А что мне делать-то? Ну иди, туши. Нам нужны такие корабли на море, чтобы справиться могли с любой волною. Плывем!